I'd like to let Macintosh speak for it. Figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that? But I'll do the best I can with video. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. There it is, right there. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. Ну а сегодня мы говорим о технологическом прорыве. Вот где будет находиться наш iPhone. Это iPod, телефон и устройство для связи с интернетом. История компании Apple – это история инноваций, революционных продуктов и гениальных идей, которые привели к тому, что Apple стала одной из самых известных и влиятельных компаний в мире. Начиная с первых дней, когда Стив Джобс и Стив Возняк создали свой первый компьютер в гараже, и до настоящего времени, когда Apple продолжает выпускать новые продукты и сервисы, компания оставляет след в истории технологий. Под руководством Стива Джобса Apple создала такие продукты, как Macintosh, iPod, iPhone и iPad, которые изменили нашу жизнь и стали символом инноваций современных технологий. С приходом Тима Кука Apple продолжает работать над созданием новых продуктов и сервисов, чтобы оставаться лидером в индустрии. В 1976 году Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали компанию Apple в гараже дома родителей Джобса, расположенном в городе Лос-Альтос, штат Калифорния. Их начальный капитал составлял всего лишь $1,300. Сегодня же компания Apple является одним из самых крупных производителей компьютеров и мобильных устройств в мире. Первые годы существования компании Apple были непростыми. Ее основатели работали в гараже родительского дома Стива Джобса и разрабатывали свой первый продукт – компьютер Apple I. Девайс был предназначен для программистов и энтузиастов. Apple I был продан всего в нескольких экземплярах, но стал отправной точкой для дальнейшего развития компании. В 1977 году Apple выпустила свой второй продукт – компьютер Apple II, который стал настоящим прорывом в индустрии высоких технологий. Он имел корпус, клавиатуру и монитор, а также цветной экран и возможность подключения кассетного магнитофона. Благодаря высоким продажам этого компьютера он занял лидирующую позицию в своей категории и способствовал укреплению позиций компании на рынке. В 1980 году компания Apple начала торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже и стала одним из самых успешных стартапов в истории. Однако, в то же время она столкнулась с серьезными проблемами в организации производства и управления бизнесом. 1980-е годы были трудным периодом для Apple. Компания была вынуждена соревноваться с гигантами индустрии, такими как IBM. At IBM. This is an experimental computer system that recognizes what I say. I talk. И бороться за свою долю на рынке. Стив Джобс принялся разрабатывать новое устройство, которое помогло бы Apple конкурировать с IBM. Результатом этой работы стал компьютер Macintosh, выпущенный в 1984 году. Он имел новый пользовательский интерфейс и возможность использовать компьютерную мышь. Этим он привлек много пользователей и имел огромный успех. Однако стоимость компьютера Macintosh была высокой. Это привело к разногласиям между Джобсом и другими руководителями компании, и в итоге Джобс ушел в 1985 году. Мы продаем не компьютеры, а возможности, которые они дают нам. Инструмент для мозга. После увольнения Стива Джобса из Apple руководство компании перешло в руки Джона Скалли. Он занимал должность генерального директора в течение 8 лет, сосредоточившись на расширении бизнеса Apple и развитии новых продуктов. Одним из крупных проектов, которые были запущены во время руководства Скалли, была разработка персонального помощника Neptune. Этот продукт был создан в 1993 году и представлял из себя портативное устройство, которое можно было использовать для записи заметок, управления расписанием и контактами. Однако он был далек от совершенства, и его первоначальная версия имела много проблем, связанных с недостаточной производительностью и надежностью. Кроме того, его стоимость была очень высокая, что привело к низким продажам. Под руководством Скалли компания Apple также ощутила сильную конкуренцию от лидера рынка операционных систем
для персональных компьютеров Microsoft. В итоге в 1993 году Джон Скалли был уволен из компании Apple, и его место занял Майкл Спиндл, который руководил компанией только на протяжении года. Смена руководства компании не остановила ее падение, и в конце 1990-х годов Apple находилась на грани банкротства. В 1997 году Стив Джобс вернулся в компанию Apple. Он занял должность генерального директора и начал работать над ее восстановлением. Он сделал ставку на разработку новых продуктов и улучшение качества существующих. Одним из первых продуктов, который был выпущен после возвращения Джобса, был iMac. Этот компьютер имел яркий, необычный дизайн, который был характерен для продуктов Apple. iMac стал большим успехом, и его продажи помогли компании выйти из финансовых трудностей. Джобс продолжал работать над улучшением операционной системы macOS и выпуском новых версий. В 2001 году была выпущена первая версия macOS X, которая стала новым этапом в развитии OS Apple. Кроме того, был выпущен новый продукт – iPod, портативный мультимедийный плеер, который был совместим со всей линейкой продукции Apple. В 2007 году Apple представила первый iPhone. Он стал революционным продуктом в мире смартфонов. iPhone был оснащен многофункциональным сенсорным экраном и множеством инновационных функций, таких как мультитач и управление жестами. Девайс стал новым бестселлером компании, который помог ей укрепить свои позиции на рынке мобильных устройств. В последующие годы Apple продолжала выпускать новые продукты, такие как iPad, MacBook Air и MacBook Pro. Компания также работала над улучшением своих сервисов, таких как iTunes и Apple Store. В 2011 году Стив Джобс ушел из жизни. Он оставил огромный вклад в развитие компании Apple и технологической индустрии в целом. После смерти Стива Джобса новым генеральным директором компании Apple стал Тим Кук. Он уже работал в компании долгое время и был ответственным за операционную систему, прежде чем стать главой компании. Под руководством Кука Apple продолжила выпускать новые продукты и обновлять существующие. В 2014 году компания представила Apple Watch – умные часы, которые могут связаться с iPhone и выполнять такие функции, как отслеживание физической активности и уведомления о новостях и сообщениях. Apple также продолжала работать над своими операционными системами. В 2013 году была выпущена новая версия операционной системы macOS X под названием Mavericks. В 2014 году компания выпустила новую версию операционной системы для iPhone и iPad iOS 8. Apple продолжала работать над усовершенствованием своих сервисов. В 2015 году был запущен Apple Music – потоковый сервис для прослушивания музыки. В настоящее время Apple продолжает оставаться одной из самых влиятельных и инновационных компаний в технологической индустрии, и ее продукты и сервисы остаются популярными среди пользователей по всему миру. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть Boosty, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на YouTube. Некоторый контент будет сугубо только на Boosty. С вами не прощаюсь и до встречи.